Трагедия в Курбе. Там 40-летний житель деревни Марьино из охотничьего ружья открыл огонь по людям, находящимся у кафе. Их было около 10 человек. Рецидивист застрелил 34-летнего мужчину, а также ранил еще одного 28-летнего жителя Курбы. Как выяснилось, ранее судимый стрелок решил отомстить обидчикам. До этого в подпитии между ним и несколькими жителями поселка на дискотеке произошел конфликт. После трагедии в доме, где проживает рецидивист, обнаружили еще одно охотничье ружье, обрез и боевые патроны. Как объяснил подозреваемый, все это опасное многообразие он нашел в лесу, правда, не успел сдать в полицию. По факту убийства Ярославским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый 40-летний местный житель. В настоящее время устанавливается мотив и обстоятельства совершения преступления.